Театр «Балтийский дом» готовится к премьере спектакля «Зойкина квартира» в постановке Юрия Ядровского. Пьеса Михаила Булгакова, написанная как трагическая карикатура на дельцов первого десятилетия Советской России, находит параллели и в сегодняшнем дне. Режиссер пытается оттолкнуться от конкретной эпохи и помещает героев вне времени. Сценическое пространство венчает огромный витраж – копия окна собора Парижской Богоматери. Тема Парижа – это, как и в «Трех сестрах Москва», своеобразная метафора свободной жизни, которая для героев то чуть ближе, то снова недостижима. Но режиссер ставит зрителю другой вопрос – не куда, а откуда и от чего бегут герои. Вот это как бы, знаете, как анатомический театр чуть-чуть. Когда он не прикрыт, не спрятаться, да? И мы вынуждены в этом жить, выживать, каждый по-своему, Зойка по-своему, да? Коммерсантка плохая, а она ведь вне политики, она жить хочет. Причем очень просто, она хочет не умереть, да, в обстоятельствах, которые ее поставили. И она выживает как может. В постановке заняты артисты Наталья Парашкина, Александр Павельев, Анатолий Дубанов, Юрий Елагин и другие. Премьерные спектакли зрители смогут увидеть на сцене Балтийского дома 24 и 25 декабря.